Снова здоровые громадьяки, с вами Джейсон, канал True Money Games. Мы продолжаем This War of Mine. На дворе 28-й день уже войны. И становится очень и очень холодно. Я даже не помню, что я там нашел и зачем я там ходил. Я нашел припасы, такие сяки и даже немного лекарств. Голодна и сильно устала. Скорее беги. У нас еще топится все. Плюс 7 у нас градусов в помещении. Как-то не тепло. Очень голодна и устала. У тебя как дела? Голодна, приходит в себя. У тебя дела как? Болен, приходит в себя. Легко ранен, приходит в себя. Да что ж вы все такие больные и голодные? Хочется кричать просто. Как же так? Пока, зато у всех есть силы. У всех есть силы. Можно приготовить, пожрать что-нибудь. Даже две порции можно приготовить, пожрать. Народу у нас много, кушать все хотят. Как-то вот не прогревается только у нас ничего. Но поскольку Катрин очень голодна, Катрин и будет кушать. Гладранцы. Голодна и больна. Но ты же не умираешь еще. Так что давай делай что-нибудь. Она бы еще поела, конечно. Но кто ж тебе даст? Мой желудок урчит. Ур-ур делает мой желудок. Холодает. Что-то стало холодать. Не... Чего-чего-чего. Ты давай доработывай. Потом уже жар, все дела. Абырей, доделай. Она уже заболела. Маленькая дрянь. Давай ты заряжай печку. Еще заряжай печку. Или нечем заряжать печку. Не боюсь, что больше нечем. Черт тебя побери. Больше нечем заряжать печку. Иди скорее принимай лекарства. Температура падает как-то. Хотя печка-то должна же обогревать. Серьезно. Должна же серьезно обогревать. Иди давай ложись. Эх. Надо где-то раздобывать срочно. Так, ты у нас самая активная мадемуазель. Поэтому нам надо ножовок наделать вообще по-хорошему. У меня есть затейка сгонять кое-куда. Для этого мне надо как минимум две ножовки. Не знаю, больше понадобится или нет. Надеюсь, что не понадобится. Работай. К нам больше никто не... О, снег можно убирать. Может быть, это как-то поспособствует. Если убрать снег, может быть, это как-то температуру сбросит в помещение. Ну-ка, давай. Опа, снег. Можно растопить его в воду. Ничего себе. О, это сколько угодно можно этим заниматься. Я думал, убрать его можно. А из него можно делать воду. Она там снежную бабу лепит, я знаю. Не, ну как вы видите, открытая дверь нисколько не влияет на температуру внутри помещения. Как было 6, так 6 и осталось. Заходи давай. Да я уже, знаешь, насколько подумал, она мне дает советы, что нужно все-таки, наверное, подумать об отоплении. Ну что я еще могу придумать? Я могу только больше дровишек накидать. На еще один апгрейд я не думаю, что хватит. Нет, не хватает. Не хватает регулятора, не хватает этих запчастей. Ну, много чего не хватает. Так, Катрин, ты устала, иди спать.
Женщина-кошка, иди питайся. Ты нам еще послужишь. И, наверное, сейчас попробуем изготовить еще этих самых, как их называют, головешек для обогрева. Вот теперь хорошо. Конечно, хорошо. Губа не дура. Так, у меня есть доски. Из досок я могу сделать головешек. За час я, в принципе, успею. И успею покидать их в печь. Давай скорее, скорее давай. Давай на трешечку. Должна температура полезть вверх? Да, полезла, причем активно так полезла. Ну как активно? 12 градусов. Но 12 градусов это уже неплохо. К нам никто не пришел. Видать, совсем плохо дела обстоят. Ничего новенького нет? Да нет, новенького уже ничего не будет. Так, в церковь я не ходил и как-то желания туда нет идти, если честно. Хотя можно сходить попробовать. А, так, так, так. Где-то у нас тут прям много было припасов. И не настрой... И не наш... Так, на складе что ли? Или бордель? Или бордель, или склад. Но нас уже туда не пускают, потому что снег пошел. Жалко. А я хотел сходить как раз таки. А пойдемте в больницу. Пойдемте в... Не в больницу, сори. Пойдемте в церковь. Пойдемте в церковь и... И все. Так, кто у нас? Ты у нас, как всегда, голоден, болен и ранен. Она голодная и устала. Ты будешь спать. Да вы все можете остаться спать в кровати. Я не думаю, что на нас кто-то нападет. Я надеюсь, что на нас никто не нападет. Я возьму все-таки пару зубил. Возьму все три отмычки. И я думаю, что в церкви больше нам ничего не понадобится. Я надеюсь, что нам ничего не понадобится. Я даже не знаю, зачем я иду. Блин, надо было взять топор, чтобы поколоть мебель, что ли. Дрова, 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 дрова. Трынь дрова. Наверх можно залезть? Она у нас тихо крадется. Наша женщина-кошка. Ну, вопрос, смогу ли я что-нибудь здесь найти? Ну, тут вообще ничего нет. Это все в общем доступе можно достать. За это никто нас не наругает. Но вообще здесь в церкви должно быть много-много людей. Потому что я уже как-то пытался заходить в церковь в моей предыдущей попытке. Как-то здесь ничего и не заперто. И людей не видно совсем. Хотя нет, вот там кто-то что-то делает. Что-то этот парень не похож на священника. Он ищет патроны. Он нашел патроны. Избавиться от этого священника было труднее, чем... Здесь что, завалы? Здесь, походу, завалы. Чувак-то вооружен. Куда ты возвращаешься-то? Он что, меня сейчас стрелять будет? Ай-яй-яй. Ну вот, убийство. Почему он полез вниз? Я даже не представлял, что такое может случиться. Даже вообще не рассчитывал. На нас напали. Кто-то попытался ограбить нас. Это довольно опытная банда, но
Мы смогли отогнать их. К счастью, мы все были вооружены, и из нас не был ранен. Но погибло, теперь нас снова четверо. Да ладно, ты не расстраивайся, все будет хорошо. Мы это уже проходили. Ну, погибло. Ну что ж теперь. Ничего не поделаешь. Это у нас теперь еще одна лишняя свободная постель. Не, я на самом деле не думал, что там будет этот товарищ. Я просрал на нее, черт его дери, целых 3 отмычки и 2... Как их называют-то? Два зубила этих чертовых. Иди ешь давай. Что вы все болеете? Причем я ему уже ничего не сделал, да, абсолютно. Я просто зашел, он меня увидел и тут же захотел меня убить. Как-то так. За что? Как? Почему? У меня нет головешек больше, что ли? Может, нам никуда не выходить? Может, нам потусоваться здесь, подождать, пока все рассосется? А вдруг к нам еще кто-то придет? Тут у нас есть главный вдохновитель. Кстати, голодная, слегка больна. Иди, ее, видимо, не совсем не лечит. Давай, иди скорее добывай. А ты куда полез-то? Ты полез спать? Тебе здесь больше нравится? Как-то уж очень холодает, я хочу сказать. Несмотря на наличие 2 печек, температура не поднимается. Иди сыграй нам на гитаре. О, поднялась температурка. Да уж, на такую хрень-то я вообще не рассчитывал, прям расстроили меня. Сигареты нынче в цене. Что еще? Смерть. Многие мирные жители погибли от пуль снайперов, минометных обстрелов и обморожения. Трагическая случайность. Понятно. В общем, ничего утешительного. Но мы живы, и слава богу. А ты там что делаешь-то? Как ты запарил, слушай, ну прям вот парит реально, чувак. Он вечно болеет. Блин, надо тебя куда-нибудь отправить, чтобы ты тоже сдох. Ты меня прям паришь, реально. Он вечно ноет, вечно стонет, вечно просто болеет, его всегда ранят. Какой-то он неправильный. Надо сливать таких ребят. Давай, ты пойдешь в эту ночку добывать все на свете. Раненый в задницу товарищ. Хорошо играет, но это никак не успокаивает, по-моему. Все они опечалены у нас. Я даже не знаю, куда пойти и что нам еще поделать. О, боже мой, просрал я все, что мог, просрал. Зубила уже не сделаешь. Боже мой. А топор у меня есть. Значит, надо пойти куда-нибудь порубить что-нибудь. А давайте завершим этот день тоже. Спать в кровати. Спать в кровати. Добывать. Так, насколько здесь чего осталось? Дом для 2 семей.
Может пойти попробовать поменяться? Чем будем меняться? Мясо нам самим надо. Чем будем меняться? Деревом? Опилками? Оружием? Нет, думаю, не пойдет это все. Алкоголя нет. Можно. И этих не осталось. Лекарств полно. Лекарства нам самим пригодятся. На вторую площадку как-то совсем идти не хочется. В супермаркете еще немного лекарств, огромное количество оружия и много запчастей. Давайте попробуем в супермаркет сгонять, может. Я возьму топор, вдруг там что-то разрубить можно будет. Копать там уже, по-моему, ничего нельзя. Я уже все закопал, все, что мог. Главное, чтобы меня сейчас там никто не встретил. С распростертыми объятиями, знаете, как это бывает. Уже у нас быстрый бегун. Неужели в супермаркете нечего разрубить? Прям я удивляюсь. Табак. Табак нынче в цене. Его можно использовать на обмен. На крайняк. Что-то здесь вообще мне души. Такое ощущение, как будто все выпотрошили. Пустые гильзы. Нежны мне гильзы. Я лучше дерево соберу, из дерева хоть можно дрова потом наготовить. Так, это нам надо. Самокрутки. Самокрутки нам нафиг не надо. Здесь говорят о том, что здесь много оружия. А я пока поломаю дров все-таки. Ну, можно было догадаться, что я применю лут после того, как разломал это все. О, даже запчасти есть. И головешки на обогрев, отлично. Сейчас в такую холодную зимнюю пору нам как раз это пригодится в большом количестве. Что тут еще можно сломать? Что-нибудь деревянное есть? Все, мы можем дома посидеть, у нас в принципе еда есть, но... Чревато это, наверное, все. Можно, в принципе, пару дней перекантоваться. Я так прикидываю. В принципе, можно. Здесь никого нет. Так, эту кучку я еще не смотрел. Подожди, ну куда же ты? Мы же еще эту кучку, мы же сразу наверх пошли. А, нет, смотрел. Теперь, ладно, спускаемся вниз. Руби, кромсай. Прям аккуратно так подходит табак. А чё рубил-то только что? Подожди, мы как-то два раза рубили, ну, табак-то нарубить мы не могли же, конечно. Согласитесь. Так, а это что за куча? Вот они, головешки. Даже не столько важны дрова, сколько головешки. Потому что из одного дерева можно сделать... Одну головешку, а так сразу по несколько падает. То, о, лекарства. Лекарства тоже нам пригодятся. Ну что, я думаю, деревяшки будем выкидывать, будем собирать головешки. Здесь больше ничего нельзя разрубить. Как-то я здесь еще не был, что ли? Такое возможно? Все возможно, я ничему не удивлюсь. И что здесь спрятано? А как-то я здесь не был. Странно. Не то чтобы очень ценное что-то было. Но тем не менее, что-то все равно есть. Странно. Может, здесь что-то есть еще?
Ну, одно радость, здесь ни души нет. А непонятно, где это много оружия, которое нам обещали. Здесь что? Да, можно еще что-то разрубить. Как-то разрубил и что? И все. Так, ну, в принципе, в целом, в общем, нужные вещи. Все, валим отсюда. В другую сторону решил сбегать, да? Молодец какой. Продолжим в следующей части.